глаз. Очень мягкое приземление в блесне. Что-то на вроде балансира. Ничего сверхъестественного, делается поводок, на котором Богатлав у нас не двигается. Под нами 14-15 метров, небольшое течение, ну, сравнительно небольшое, кабла в порядка 20 грамм, так как такая снасть больше предпочитает все-таки работать вертикально, нежели чтобы ее отпускали по течению. Это не блесна. Несмотря на то, что Богатлав довольно-таки крупный, беши клюют довольно-таки охотно, даже вот на красную капельку. Насаживаем преимущественно хвостик, но также можно и другие кусочки насаживаем. Правило, на Богатлав клюет с аппетитом.
на самом деле уникальная, интересная снасть. Честно сказать, когда я первый раз увидел его, я, мягко сказать, не был в восторге. Думаю, очередной шедевр, который больше будут клевать рыбаки, нежели рыбы. Но после того,